яблоки Golden, помидоры, огурцы, картошечка, морковочка, свекла. Все берется отсюда. То есть ничего какого-то особого. Все как обычно. Приехали, взяли, уехали. Укроп и петрушечка. Хоть не по сезону, но возьму, порадую жинку. Правильно, к своему празднику мужчины и женщины берут клубничку. Да, давайте. Что я приобрел? Зелень. Бананзы. Касатику клубничку. Болгарский перец. И самое важное — свеклу. Свеклу самое важное. Итак, наша задача продолжить очищение печени, желчного пузыря, мочевика и всех с помощью свеклы. Яблочки еще. Или надо помыть их? Яблочки сполосню. Прекрасный продукт — свекла. Наводит порядок. Надо время. Для этого не спешить. Яблок целый еще пакет. Так, теперь надо свеколку. Свеклы я взял на два раза. Эйн. Свои. Дрей. Холодильник. Свеклу тщательно моем. Так-с. Готово. Опа. Пакетик, чтобы мы... Итак, мотор от винта.
больше моем, чем сок давим. Касатику. Себе любимому. ДП, кто вперед выпил. Можно было добавить там еще чего-нибудь такого, но я думаю, не надо, да? Как всегда, вкус великолепен, поражает, да? Пьем не спеша, смакуя. Это мой завтрак. Гутешмек. Сразу вспоминаются все немецкие слова, которые я знаю. Хорошо. Пошли живые пигменты печени по желудочно-кишечному тракту, всасывается кровь. Первым делом идет в печень и очищает там от всякой бяки-каки. Далее все это там и в желчный поступает, и в почечки начинают чиститься. В итоге оздоровление идет вкусно и приятно, и эффективно. Стопроцентный живой продукт, в самой наиболее усваиваемой форме. Допью за касатиком. Лапчу рыбу джубу джу. Лапа чай буджу.
Ну вот завтрак состоялся. Все спрашивают, какая соковыжималка. Фирма Борг. Фирма Борг и все. Вот что я знаю. Дальше меня не интересует. Сейчас мы посмотрим отсюда, что тут такое. Так. Модель. Запоминайте модель. Вот она модель. Джую Куэн 20-120 БК. Вот она какая. Борг Германии. Понимаете, не Китай, а Германии. Все, уяснили? Каким-то налетом покрылась. А когда я ее купил? На Первом канале, когда работал, это, наверное, 2007 год. То есть ей уже 14 лет. Зверь, машина. Значит, на что обратить внимание? Чтоб вот эта вот штука была железная. Не пластмассовая какая-нибудь там. А вот эта должна быть железной. Иначе все это там побьется. Далее. Ножи. Ножи остренькие. И особенно следите вот за этой вот сеточкой. Мойте сами. Потому что у нас на программе купили Малахов Плюс эту соковыжималку. И она, по-моему, не прослужила и 2 месяцев. Как ее уже ухандохали те, кто ее мыл. Просто ужас, варварство какое-то. Вот, вот эта сеточка, самая уязвимая часть. Далее. Должна быть, видите, металлическая, а это уже пластмасса хорошая. Почему? Потому что сюда суются яблоки и всякие такие вещи, которые могут это все разорвать там, расколоть. Ну и это уже несущественно. Далее. Вот сколько я обычно, сколько мы сделали сока? Мы сделали сока практически литр. Потому что я ориентируюсь, чтобы не выливалось. Как правило, вот она, максимально литр. Значит, я где-то выпил грамм, наверное, 600. Если не больше. Ну, там на пену можно сбросить. Это хорошая доза, которая начнет делать терапевтический эффект. Это тоже у меня Борг. Ну, короче, вот. Спрашивали, ответил. Все помыто. Пускай стоит, сушится. На этом завтрак закончен. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.